Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму густой джем из винограда. Получается практически желе. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 3 килограмма хорошо промытого винограда отделяем от веточек. Заодно удаляем все поврежденные плоды. Затем высыпаем виноград в подходящую для варки посуду. Разминаем ягоды до получения сока. И отправляем на плиту. Доводим содержимое миски до кипения на сильном огне. Потом огонь убавляем. И варим виноград 15 минут. Периодически ягоды перемешиваем. По истечении времени протираем виноград через сито. Из выжимок можно сварить компот. Полученную виноградную массу выливаем в широкую неглубокую посуду. Добавляем 40 граммов желирующего средства для быстрого приготовления варенья. Размешиваем. И снова отправляем на плиту. На небольшом огне доводим массу до кипения. При этом часто ее мешаем. А затем добавляем 1,5 килограмма сахара. Тщательно все перемешиваем. Ждем, пока джем повторно закипит. И с этого момента продолжаем варить ровно 5 минут. Не забываем массу мешать. Через 5 минут разливаем джем в горячем виде по сухим стерилизованным банкам. Закатываем его. Переворачиваем банки вверх дном, проверяем на предмет подтекания и, если все хорошо, возвращаем их в исходное положение. После остывания отправляем джем на хранение в погреб или кладовку. Из указанного количества продуктов получается 2 литра и 300 миллилитров очень вкусного густого джема. До зимы он превращается практически в желе. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.